Сельского Союза. День работника сельского хозяйства змеевцы празднуют с утра. Отмечают традиционно на площади. Здесь 3 ноября 2016 года появился памятник работоспособности и трудолюбия. С того времени праздник прописался у трактора. 22 ноября в райцентре двойное торжество. В галерею славы вписали новые имена. 7 героев Советского Союза. Уроженцы нашего района. Те люди, которые, не щадя своей жизни, боролись с немецко-фашистскими захватчиками, чтобы мы с вами могли жить. Поздравляю вас с праздником, поздравляю с тем хорошим событием, с открытием галереи. Очень важно понимать, что мы помним тех героев, которые сделали все для того, чтобы мы с вами, наши дети, могли мирно работать. Человеку нужны не только материальные блага. В этом случае вспоминается фраза «не хлебом единым». Змеевские аграрии говорят наоборот – «хлебом единым». Его выращивают на своих полях, причем каждый год бьют рекорды по урожайности. Ваш неустанный труд принес положительные плоды. В 2019 году всеми категориями сельскохозяйственных предприятий произведено валовой продукции в действующих ценах на сумму 4 миллиарда 497 миллионов рублей. Это 121% к уровню прошлого года. Ожидается получить выручки от реализации продукции 5 миллиардов 675 миллионов рублей. Фундамент для будущего урожая уже заложили. Площадь в 24 тысячи гектаров засеяли озимыми. На 8 тысячах созреют масличные и технические культуры. Растет в районе и сахарная свекла, и кукуруза. Здесь сидит среднее поколение, которое сейчас занимается крестьянским трудом. Тоже не ищет себе легкого куска хлеба, а работает на земле. Не купи-продай, а своим трудом обеспечивают свою семью. Тех, кто обеспечивает свою семью, как отметил Виктор Рожков, в Свердловском районе насчитывается 4 тысячи. Это все подсобные хозяйства. Людей труда чествовали в местном Доме культуры, поощрив грамотами и благодарностями руководство района, области, Минсельхоза. Виктория Юркова, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».